Всем привет! С вами Якимов Игорь. Героем этого видео является реле напряжения РН-40 компании ЭТП. Это пятое реле напряжения, с которым были у меня проблемы подобного типа. На самом деле на этом реле напряжения надписи могут быть различные и компании могут быть разные. Их штампуют на одном заводе. Просто компании ставят свои надписи. Отличительным знаком этого реле контроля напряжения является этот глазок. Обычно в момент, когда это реле напряжения включено, оно зеленое, когда выключено красное. В данном случае этот глазок мигает красным, потому что оно неисправное. Особенность этого реле напряжения в том, что оно отключает в абсолютно непредсказуемых случаях. Опрашивали соседей, узнавали, были ли у них скачки напряжения тогда, когда срабатывало это реле напряжения. Они данных скачков не замечали. Однако, это реле срабатывало. И обычно оно срабатывает один раз в две недели. Возможно, оно чувствует какие-то скачки напряжения, которые визуально не заметишь. Но все равно раздражает то, что оно само не восстанавливает напряжение после отключения. И как следствие, размороженный холодильник и прочие прелести, связанные с отключением электричества, если хозяин квартиры долго отсутствовал после отключения реле. Обратите внимание, что на этом реле написано 40 ампер. Я разбирал подобные реле напряжения. Там контакты довольно слабые, что абсолютно не соответствует данному току. Если вы хотите увидеть, как выглядят эти контакты и вообще, как это выглядит реле контроля напряжения в разобранном виде, пишите в комментариях, и я сниму отдельное видео и выложу у себя на канале. И про это реле контроля напряжения. Данное реле контроля напряжения довольно часто срабатывало. Ну, в среднем один раз в 1-2 недели. И в конце концов так сработало, что больше не включается даже при отключенной нагрузке. Я это реле напряжения буду снимать и ставить другое, которое будет восстанавливать напряжение после отключения. Выбор этих реле напряжения достаточно велик. Если надо, тоже сделаю отдельное видео, обзор по этим реле напряжениям. Если у вас был положительный опыт с данным реле напряжения, то пишите тоже в комментариях и пишите про те реле напряжения, которые хорошо зарекомендовали. И, конечно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. И до встречи в новых видео.